прямо чуть комфортнее, да? Да, более защищенность. Это из-за того, что он все-таки высокий, коронный. Не, да. Задние весы, он как-то мягче, вот, ну, мне так кажется. Что? Ну, как-то мягче был, да, как-то больше там прогладывал. Да. Угу. Да. Это так более так, ну, то есть оно не пробивает подвеску, хоть подвески сумасшедшие, но не так, чтобы ты себя комфортно чувствуешь прямо. Да, то есть если хочется и попонтоваться, и все-таки на бездорожье как-то быть более-менее, да, то Хаммер предпочтительней. Это мы были на 3 дня.